Всем доброго времени суток. В прошлом видео мы клали мозаику, и у нас получилось не совсем обычное, но очень красивое панно. В этом же видео я облицую ванну, докладу колонны, сделаю самодельный люк на магнитиках и докладу оставшуюся плитку, после чего сделаю затирку. Затирку будем применять на цементной основе, ну а размешивать латексом, так будет надежнее. Ну а кто не видел первую, вторую, третью и четвертую часть, я оставлю ссылки на все части, ссылка в описании видео. Thank you.
Перед тем, как нанести силикон, наношу мыльную воду поверх плитки. Ну а дальше все как обычно, по стандартной схеме. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.